нормально. Так, ну вот реверсивное движение начинается. Краны вот стоят, что-то они там делают. Там, когда была пробоина слева. Мы вот видим пока открыть нашу полосу. Керчь впереди. Впереди Керчь. Видно Азовское море. Ну, в общем, все как всегда. Только ремонтируется мост. 6 августа 2023 год. Стоим, ждем своей очереди реверсивное движение.